О, великий Ктулху, разреши нам постримить эту игру. Четко, да, ребят? Я просто красавчик. Нет, чувак, меня тут не... Чужак! А, нет, не-не-не, я не чужак, я свояк. Что, надо прыгнуть и забраться в кузов? Ну, допустим. Надо как-то толкнуть ее, да? С ручника. А, она все, она поехала. Она... А, надо в кузов запрыгнуть! Надо было запрыгнуть в кузов! Пожалуйста, ну то... Вернитесь! Надо было запрыгнуть в кузов! А что только один пошел? Ну это нечестно. А второй... Нет! Ну что, ребят, это как раз тот момент, который называется патовая ситуация. Куда бежать? Да просто в наглую, хренануть туда и все. Сиганем туда и все. По-пацански. 3-2-1. Я его вижу. А, это не дырка! Это не дырка! Твою мать! Я-то думал, что это дырка, а это не дырка! Черт! Сюда, блин! Сядем в уголке, включим режим стелса, будем молиться. Молиться! Пожалуйста, господи, пожалуйста. Может, хоть за ящик заползем? Почему в этой игре нет опции лечь? Пожалуйста, нет, вот это уголок, уголок. Ползай, ползай, гнида. Ихо! Я Миш Кагами. Ой, и все, что ли? Умер совсем недавно. Да нам пофигу. Да пофигу, когда он умер, дайте сохраниться. Не, давайте посмотрим, что там наверху. Любопытство наше не знает границ. Любопытство наше знает границы, мы идем обратно. Мне очень стрёмно, я боюсь. Я боюсь туда... Я боюсь туда, ребятушки, идти. Я Борис, хрен попадете. Стелс! Стелс! Тучка, 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 я вовсе не верю. Так как приятно, тучка, я понял. На синем-синем небе порядок и уют. Мне кажется, это какие-то неправильные пчелы. Это какие-то неправильные люди. Люди-рыбы. И делают какой-то неправильный рыбий жир. А? Пошел? Так, мы стоим, видимо, в жиже с дерьмом, и поэтому нашему герою это не нравится. Он постоянно кричит что-то. Он там! Да не то! Уничтожьте его! Стелс пошел. Рассредоточиться! Пошел. Нет, вот сейчас стелс пошел. Здрасте! Он наверху! Ребятушки, я всех поздравляю, мы каким-то макаром на хардкоре продолбили себе путь к победе. Так, сейчас. И... Фу, твою мать!